пальчиком. Не курит, не матерится, не ворует. Вот человеку необходимо войти вот в это. Получили статус. В России погибло. Я говорю, устаревшая данная, сегодня цифра больше. 17 тысяч сел. Депутат законодательного собрания, она, видимо, депутата и Госдумы была одно время. Нина Данилова от КПРФ. Слышали? Алтайское законодательное собрание. Она говорит, потеря села – это не просто вычеркнуть из реестра сел. Это потеря земли. Мы теряем родину. Здесь земля пустая не будет. Будут жить китайцы, будут жить эти, как говорится, чернобровые красивые ребята с юга. Это земля, мы едем, все уже, везде работают другие люди. Мир другой. И нас спрашивают, ну можем ли в этой вот ситуации что-то изменить? Мы говорим с Богом, с Христом, больше никак. Патриарх Алексей II сказал, отучили молиться, отучили трудиться. Вот в этом все заложено. И вот Господь мне позволил написать 38 книг. Ну вы, пожалуйста, озвучивайте мне, как помощник будете. Посмотрите, набор книг делаю сам, компьютерная верстка сам, да еще и фотошопы. Иногда. Каждая книга вот эта, 750 страниц. О чем они? Мне, я в пяти университетах. Телефон. Вышли на меня.